Калина Мельникова и Михаил Евсюков – победители заочного этапа конкурса фестиваля «Росатом Скул», руководитель команды, учитель русского языка и литературы Светлана Токарева. После победы в заочном этапе они отправились на очный. В первый день приезда ребята приняли участие в пресс-конференции четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова. Они посещали различные мастер-классы, это и репортажная фотосъемка, и принципы работы журналистов. А после пресс-конференции разобрали ошибки. Второй день был посвящен обучению основам журналистики. Финалистам конкурса удалось пообщаться с именитыми редакторами, лекторами вузов. На протяжении всего времени Калине и Михаилу приходилось выполнять различные конкурсные задания, писать статьи и работать с интервьюерами. В заключительный день юным журналистам удалось пообщаться в неформальной обстановке с координатором всех мероприятий школы «Росатома» Иваном Трифоновым. По словам ребят, эти три дня их сильно изменили. Они вышли из зоны своего комфорта, стали более устойчивыми к стрессу, нашли много новых друзей. Эта встреча замотивировала других ребят принять участие в следующих проектах «Росатома». Было очень приятно и познавательно слушать ребят. Сами мы не успели поучаствовать, но в следующем году обязательно будем пробовать. С помощью проектов дети, ну, себя раскрывают, становятся более образованными для себя. Вот новые города ездят, вот как дети, и я считаю это, ну, круто. Конференция, ну, сподвигла меня участвовать в проектах. Я считаю, что это важно и для новых знаний, и вообще для себя. В завершении мероприятия менеджер-методист комитета по образованию Татьяна Кужениязова подарила Михаилу и Калине книги с дополненной реальностью. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.